Указ президента о запрете российских соцсетей может быть отменен. Иск в высший админсуд подал гражданин Украины, студент Киево-Могилянской академии Никита Евстифьев. Он утверждает, что нельзя полностью запрещать ресурсы, а можно лишь блокировать ту часть информации, которая представляет собой угрозу национальной безопасности. Напомню, речь идет о блокировке сетей ВКонтакте, Одноклассники и почтового сервиса Mail.ru. Вони як такі, на мою думку, не несуть великої загрози для держави. Можливо, вони несуть загрозу окремим індивідам, да, в контексті того, що їхні персональні дані дійсно обробляються в ворожій на Україні державі і так далі. Але це їхня відповідальність самих користувачів визначати, чи розкривати ці дані і робити свій вибір. Но заседание суда перенесли на 14 июня. Об этом попросили в СБУ, поскольку сотрудники службы безопасности хотят предварительно ознакомиться с материалами дела.